Преобразователь частоты Danfoss в LT MicroDrive. Перенос параметров из одного преобразователя частоты в другой. В частотных преобразователях Danfoss имеется возможность переноса параметров из одного частотного преобразователя в другой при помощи панели управления LCP. Необходимо перейти в параметр 0.50, выбрать единицу. Происходит копирование всех параметров из частотного преобразователя в панель управления. По окончанию появится уведомление. Теперь необходимо переставить панель управления в другой такой же частотный преобразователь, снова войти в параметр 0.50 и выбрать двойку. Произойдет копирование всех параметров из панели управления в частотный преобразователь. Спасибо за внимание. Хорошего дня.